когда он пошел покупать билет на самолет, он узнает, что его, его брата объявили в розыск по статье 290, часть 2. Это ношение, хранение, приобретение, ремонт, изготовление оружия и боеприпасов двумя или более лиц, что гласит за собой лишение свободы от 2 до 7 лет. И еще прокуратура Молдовы и СИП отправили письмо на Украину с содержанием, что в апреле-мае месяце мои сыновья участвовали в боевых действиях в Луганске, Донецке на стороне ополченцев. И при возможности, если они появятся на территории Украины, чтобы их арестовали и передали на молдавской стороне.